Полицейские Одесской области проинформировали жителей региона о процедуре получения разрешения на оружие. Специалисты отмечают, охотничье гладкоствольное оружие можно приобрести гражданам, которым исполнилось 21. Охотничье нарезное оружие могут купить граждане, достигшие 25-летнего возраста, а устройство травматического действия – граждане, достигшие 18-летия и подпадающие под определенную категорию. А именно, сотрудники полиции, государственные служащие, близкие родственники работников правоохранительных органов или члена общественных организаций. Еще одним из условий для выдачи разрешения на приобретение оружия является отсутствие у человека судимости за уголовные правонарушения и учет у психиатра. Если со всеми указанными условиями все в порядке, вас ждут работники разрешительной службы, которые проводят курсы по изучению материальной части оружия и правил обращения с ним. Вскоре обучение будет возможным на базе Одесского государственного университета внутренних дел по улице Успенской и на стадионе «Динамо» на Французском бульваре. Поліція Одещини закликає громадян сумлінно ставитись до правил щодо отримання, носіння, зберігання та реєстрації зброї. Їх порушення тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України.